ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano sila mag-celebrate ng New Year. It's the last day of 2021, December 31. Evening, sineselebrate nila ang New Year. Ganito sila magsalubong ng New Year. Alala lang guys, kung hindi nyo maintindihan ang salita nila, imagine nyo na lang na nanonood kayo ng movie na hindi nyo alam ang language. Kunyari English, kasi malalim na English, hindi nyo na maintindihan. Maiintindihan nyo na rin naman sa ano action nila. So, subaybayan nyo to hanggang tapos. Ayan, more exciting pa ang nasa dulo. Huwag nyong kaligtaan at huwag nyong kalimutan na i-subscribe, share, like, and comment below kung ano masasabi nyo sa video na ito. Thank you! She's going to cry. My... Ну что ж, здравствуйте, мои друзья! К вам пришла сегодня я. Да, меня зовут, скажите. Громко вместе назовите. Снегурочка. А почему так тихо, друзья? Вы нас что, не ждали? Очень ждали. Давайте погромче. Как меня зовут? Снегурочка. Снегурочка. Вы, мои хорошие, Снегурочка. Правильно, я к вам очень зародилась. По лесам, по горам. Вам спешила в гости. И, конечно же, Дедушка Мороз со мной вместе собирался. Так, друзья, но в дороге он потерялся. Скажите, ребята, вам он еще не приходил к вам? А может быть, беда? Приходил? Да! Так. А почему же сейчас его нету? Может быть, беда стряслась? Он ночью приходит. Ночью приходил? Так. Но Дедушка Мороз должен был со мной сейчас прийти. Где же он ходит? Наверное, беда какая-нибудь случилась, друзья. Надо нам, дедушке, помочь найти нашу дорожку. Так, пойду вас положить к вам, дедушку Морозу, мы будем с вами вместе звать. Покричать? Друзья, мне кажется, есть идея. Скажите, мой хороший, к вам еще не до вечера, почти вечер не приходил? Тогда сейчас я от него вам лично передам волшебный ветер. В моем дворце желаний есть та самая волшебная пыльца, которая нам с вами поможет дедушку Мороза найти. Так. Подарок она получит. Волшебная пыльца, которая поможет нам найти дедушку Мороза. А главная задача – предварить сложенными с самым настоящим, чтобы вечером помог нам. Давайте до своей ладошки. Во все, что он реагирует. Крепко-крепко зажимайте. Наша волшебная пыльца, мой хороший. Так. Сейчас мы ее будем заколдовывать. Ребята, мои дорогие волшебники, кажется, у вас получилось Дедушку Мороза вызволить. Ну, здравствуйте. Здравствуйте, мои дорогие. Здравствуйте, маленькие. Здравствуйте, тишина. Поздоровались как с Дедушкой Морозом. Здравствуйте. Здравствуйте, большие. Здравствуйте, мои дорогие. Задержался я немного. Далека была дорога. Долго среди пальм. Давайте-ка проверим. Так, единичка должна быть пройти. Да, Дедушка Мороз, а пойдемте к елочке. Там будем наши цветы волшебные. Серебро сажало тонкий месяц.
хрустальное ведро. Деревьям шубы шило, дарило санный плуг. А после лес спешило, чтоб в избушке отдохнуло.
бантики так яркие, будут все... Подарки! Подарки! Конечно же, подарки, друзья! А вы любите подарки? Сейчас! Погоди! А ну-ка, признайтесь мне честно, что сегодня у вас было? Что-то плохо. Я сегодня играла на кружке. Да? У меня уже есть новая коробка. Так. Барби. И с таким вот... То есть вы находили подарки от Дедушки Мороза? Подарки сегодня уже кто-то получил. Конечно, Олег, погодите. Ну-ка, Олег, признавайся. Ты не съел подарок? Да, наверное, он их раньше Деда Мороза принес и вручил. Да пошути! Настюш, фотографироваться. Присоединяйтесь. Наступающим Новым годом! Конечно, да, вставайте! Давайте тоже вставайте! Самая дружная семья России! Друзья мои! Где Рома? Потащение заканчивается!